Починається 12-й епізод проєкту «Ексель». Щотижня учасники проходять по три випробування. Боже мой! Аби розібратись у своїх стосунках... Я не хочу туди! Я не могу, це п***а! І врешті вирішити бути разом. Чи розійтись? Я не хочу взагалі ні далі продовжувати, нічого я не хочу. У кінці тижня Олександр Педан і Наталя Єжова вирішують, хто з ексів найгірше впорався із завданнями. І вони залишають проект. Минулий тиждень екси провели у нових парах. Такая красивая. Вини ко мне. Это нормально? Обмін партнерами розкрив геть нові проблеми у стосунках усіх пар, які лишились на проєкті. А саме Ілона, якій не хочеться серйозних стосунків. Мені, в принципі, в житті потрібна свобода. От з такими, як Льоша, я можу поугарати, я можу посходити з ума. Та Єгор, який вишукує підтексти у діях Ілони. Я не верю, що я класний з Льоша. Мені показалось, що це вона спеціально робила, щоб я смотрел. А от видиш, типа, кого ти теряєш, от, типа, як мені класно. Альона, якій з Владом було ну дуже комфортно. Посмішка не сходить з вуст Альони. І Геворг, якого це напрочуд роздратувало. Любого мужчину, у которого є чувство гордості і самоуваження, це не понравиться. Очень розозлився, якщо чесно. Наталя, яку також образила ідилія Влада та Альони, тут слышишь, ты первые места занимаешь, испытания отлично проходишь, еще и стоишь, милуешься, как бы, и хихикаешь. Почему ты со мной тогда такой не летел? И Влад, який за роки стосунків не чув того, що за тиждень помітив Август. Это меня шторит, прям я не могу понять. Просто как может он это знать, а я этого не могу знать. Віка, яка заради стосунків з Олексієм готова на все. Ну, погнали, хорошо, давайте. Я холодним этим вот мозгами подошла к этому всему. Та Олексій, який навряд чи повторив би цей вчинок заради Віки. Я би навіть не то, що мені тяжело було підійти к Перилу. Аня та Август, які ледве не розірвали свої стосунки. Не надо со мной розмовляти, що я кому-то підлізую. Я з тобою так общаюсь, я з тобою нормально сижу і розмовляю. Ну що, хто з учасників тобі сподобався найбільше? Пиши свою думку в коментарях. Не забувайте підписуватись на YouTube нового каналу. Ну і щоб бути в курсі всіх подій, натискаємо на дзвіночок. Хто покине проєкт цього тижня? Покажуть випробування. Перше з них розпочинається вже зараз. Привіт! Привіт! Здравствуйте. Цей тиждень вам доведеться прожити окремо одне від одного. Хлопці будуть окремо жити із хлопцями, дівчата із дівчатами. Ну, така розгрузка, я вважаю, потрібна, і нічого в цьому плохого немає, я вважаю. Тема розлуки для мене печальна, тому що я вже чекала пару разів людей з армії, і виходило, що не дождалась. Мені розлука не к лицу. Головна думка цього тижня – піклуватися одне про одного на відстані. І таким чином поліпшити партнерові або погіршити умови життя без вас. А ще й в екстремальних умовах. О, екстрім! Першими я пропоную це зробити чоловікам. Завдання хлопців – зібрати по 10 найнеобхідніших речей для себе та своєї колишньої. Але який саме екстрим чекає на учасників, вони ще не знають. На збори всього 5 хвилин. Готові? Так. Да. Час пішов. Потому что я не знаю, где что находится, и я понимаю, что я могу вообще ни хрена долгового не собрать. Лифчик, купальник один, да?
У меня сразу мысль, что я справлюсь, и это будет, в принципе, достаточно легко. Так, полотенце, раз. Это второе, Ані. Или может одно взять? Але не все так просто. Дівчата. Для вас теж є завдання. Понятно. Прекрасно. Доки ми чекаємо на чоловіків, я попрошу вас записати кожну по 10 пунктів, без чого ви не можете обходитися в екстремальних умовах. Тобто те, щоб взяли саме ви. Ні хлопці, ні дівчата ще не знають, що взяти вони зможуть лише ті речі, які співпадуть зі списком. Це випробування покаже, наскільки екси розуміють базові потреби своїх дівчат. Я беру кросівки, теплу кофту, футболку, шорти. Я сорієнтувався швидко, збирав я, в першу чергу, закрита обувь, легка, в якій буде комфортно передвигатися, бігати, лазити. Платьечко, может быть, вот такое. Рубашечка. Классная очень. Я знаю точно, что Алене понадобится зеркало и расческа. Так, это Илона шампунь, чтобы она мыла голову. Надеюсь, там будут такие возможности. Так, дезодорант или пшикалку? Дезик, мне нужен там. Дезодорант или пшикалку? Так, дезик. Трусы. Носки, трусы, по-любому. Так, черные, чтобы если вспотеть, чтобы там не было разводов. Трусишки взял. Я не знаю, какие трусы, Ани, брать. Она ж меня убьет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что же еще взять, что же еще взять? Тромбон. И мяч. Я понимаю, что все важно. Я хочу и это взять, и это, и это. Я не мог в тот момент сопоставить, приоритет выставить, что более важнее будет. Футболка. Расческа. Книгу. Кроссворд. Это с ручкой. Все, наверное. Время, время, время. И вот к нам выходят наши мужчины с чемоданами, собранные, готовые. О, ни хрена себе! У вас есть списки. Что ты написала там? Я не хочу читать. Хлопці, ви збирали, власне, 10 речей на ваш розсуд, які необхідні дівчатам на тиждень в екстремальних умовах. Дівчата, в свою чергу, написали 10 речей, які вони вважають за потрібним взяти з собою в цю подорож. І ми будемо брати з собою лише ті речі, які співпали, які збігатимуться. Тепер я вам повідомляю, що ви житимете у лісі. Клас! Вау! Да! По два різних берега однієї річки. Я очень обрадовался. Мне нравится природа, когда с ночевкой, рыбалка и все такое. Кися! Я не хочу жить! Я не понимаю людей, которым нравится жопу лопухом потирать и срать на север вместе с этим. Как он? Я даже не знаю, как это называется. Компас. Вот. Я молила Бога, чтобы вы сказали, что мы едем в отель. Может, не того Бога молила? Ну я просто, я не могу жить, мне некомфортно. А ты мне все простишь? Да. Настолько все плохо. Я попрошу першу пару. Алексей, Вика. Я не думала, что он соберет. Самое важное, просто Леша очень медленный, и я думала, что ему 5 минут будет мало, чтобы найти и собрать все, тем более он же не знает ничего, где лежит. Алексей, а ты впевнений в своих силах? Давайте по ходу действия посмотрим. Вика, читай перший пункт. Спортивные штаны. Теплая кофта. Шорты. Отлично. Дезик. Та, ты что, девочки, у нас есть дезик. Ого.
зубная паста, щетка. Отличненько. Купальник он взял, взял расческу и лифчик. Все? Да. 7 з 10. Що ти взяв собі? Я собі не добрав. Я про неї думав більше. Спасибо. Он молодец. У нас любовь проявляється в какой-то заботі. Спасибо, що сумочку взяв. Я вже бачу, що ти умничка. Ну, я не взяв самое главное. Айкос. Купальник. Зубну щетку не взяв з пастою, да? Мась, дай мені цьому носик і увидиш. И поняла я, что дело пахнет жареным. И что не так? Ты что, тамагочи взял, который мне подарили? Он мне нужен в лесу? Это вот первая мысль у меня, которая была. Он вообще очень заботливый. И я думаю, он хорошо собрал. А вот зараз иди, знаем. Первое. Свитшот или теплая кофта? Нету. А зубная паста и щетка? Нет. Трусики. Это я тоже забыл, потому... Как можно было не взять трусики? Можно без денег прожить, но трусы и зубная паста нужны всегда. Короче, я начал искать по всем шафам и по комоду, и их не нашел вообще. Как? Поэтому... Ты открываешь первые, там трусиков стики-стики. Нет. Штаны. Нет штанов. Взял юбочку легенькую, у нее одни шорты на низ. Взял, чтобы она просто переодевалась. Ты серьезно? Какая юбка? Это что, чтобы я писалась и вещи не вымазывала? Что? Хоть немножечко можно было включить маленький синки-баудет в голове и подумать. Я в шоке на Ишине, конечно. Август, покажи, что ты взял себе. Полотенце. Умничка. Рубашку. Конечно. Футболку. Трусы где-то были. Ан, пожалуйста, Ани полный, он трусы не взял, а себе он трусики взял. Офигенно. Ну и кроссворд взял я. Хорошо. Ну, взял, что взял, поэтому выбачай. Геворг, Алена, підходьте. А мне кажется, у нас много часов впадет. Влад, Наталка. Надеюсь, Влад подумал, как бы я могла подумать своей головой. Побачимо зараз. Почнемо перераховувати. Шампунь. Нет. Крем для лица. Дальше. Умывалка для лица. Ну, Геворг, мне очень нужно. Но мне реально проблемная кожа, мне нужно умываться. И тут я понимаю, что Алена написала 10 пунктов косметики. Ну, вообще из вещей. Крем для лица. Мимо. Крем для тела. Мимо. Масло для волос. Ну, так какое масло? Есть вещи, без которых я прям не могу обойтись. Я привыкла к этому. Это все дуже потрібно девчатам. В лісі. А я как человек понимаю, что без штанов тоже тяжело. Покажи, что ты, покажи, взял. Что ты взял. Я взял кроссовки. Я взял купальник, обувь, удобную сетку, естественно, штаны, носки. Носки, трусы, я об этом даже не думала, мне главное уход. Я расстроилась, потому что Георг набрал мне кучу вещей, но в итоге ничего нельзя было взять, потому что не совпадал список. Это такая паника была. Кот, не нервничай, я тебя все прощу. Я была уверена, что Егор возьмет мне все, что мне нужно, но я не была уверена в себе, знаю ли я то, что мне нужно. Я пытался взять все необходимое для нее. Мне вообще ничего не надо, могу голый, босый. Из тромбона. Тогда поехали. Книга. Зубная щетка, паста. Есть такое. Трусы. Конечно. Не надо доставать. Я писала, исходя от того, что будет брать для меня Егор. Чувствовала сердцем своим. Олимпийка. Кися, я ложил кофту. Клал кофту.
И потом в последний момент я вытащил ее. Главное, что ты сказал слово «клал». Да. Она меня постоянно поправляет во всем, там, что я пишу, как я разговариваю, там, кушать, не кушать, шо, не шо. Ну, это прям бесит. И тут я вижу такое слово написано «счетка». Я думаю, что Илона так могла написать. Но «Четко» ошиблась. Не пишется «счетка». Я знаю. Ты меня учишь грамотности? Да, я тоже могу делать ошибки. Да я знала, что я написала неправильно. Но Егора, такое ощущение, что он в этот момент, я не знаю, Гаверлу покорил. Ну, такой довольный, типа, аха, шахимат тебе, я удивляюсь, почему мне не харканул в лицо в этот момент. Я вот теперь буду с тобой тоже в таком тоне разговаривать. А ты и так в таком тоне. Нет, я в таком тоне с тобой не разговариваю. Спасибо, а хоть бы сказала. Мне неприятно. Ну, вообще мне неприятно. Я не понимаю смысла мне ехать туда, если я не хочу о тебе заботиться. Отстань ты от меня. Вообще, я сама с собой разговариваю. Закрой свой рот, поняла? Илона, Егор, еще у вас там трапилось? Я не хочу ехать, я не хочу о нем заботиться. Закрой свой рот, на 12-й неделе, серьезно? Я сейчас хочу, чтобы ты закрыла свой рот. Я буду разве так, как я хочу. Я не хочу тебя слушать вообще. Ну так уйди отсюда вот тогда. Может, ты уйдешь? С удовольствием. Ну и в Бали. Пошел. Раньше для меня это было нормально так общаться, я сама так общалась. Но я все, я не готова так больше общаться. Ни один мужчина со мной так общаться не будет. Я понимал, что ну надо подойти, не хочу, чтобы она никуда не убегала. Что тебе не так, скажи? Ай, уйди от меня. Что тебе не я так, не скажи? Хочу вообще вот с тобой общаться. Из-за чего произошел конфликт? В смысле, как ты со мной общаешься? Я сказал, закрой рот. Я не вывожу того, что ты позволяешь себе. Закрой свой рот. Это день через день я слышу. Для меня это ненормально. Я тебе не сказала, закрой рот. А то, что ты меня послал. Ну а как после этого? Объясни мне, когда ты стоишь просто. Ты считаешь, это нормально? Нет, это ненормально. А зачем ты это делаешь? Человек, который со мной так общается, я уже не вывожу. Извини, что я сказал, закрой рот. Нет, я не извиню. А я хочу, чтобы ты извинилась за. Я не буду извиняться. Ты, обещала, ты знаешь, сказал. Как мне тяжело, я стою после Вали, я себя сдерживаю, а ты дальше, типа, ну я сказала почему ей Вали. Я, почему ну, я вали. Так сказал? Ну Вали, ну Вали, Егор, Вали, почему Вали, закрой рот свой. Я вижу, что она, типа, не сдерживается, ну хотя даже не постаралась как-то сдержаться. Все, я не хочу с тобой разговаривать. Это можно? Я понимал, что сейчас у нас помириться не получится по-любому. А чому ти вирішила повернутися? Я хочу пройти це испытание. Для мене це дуже цікаво. Я хочу. Часто я хочу працювати. І я не розумію тебе, зачем ти так робиш. При будь-якій можливості говориш, що все, я ухожу, і завжди здаєшся. Наш конфлікт залишився нерозрішеним. І мене це угнітає. Я взагалі не знаю, потрібно ли нам взагалі все це. Отже, речі зібрані. Але це ще не все. Садимося ми, наші парні, друг напроти друга. Слева за Александром і Наталією стоїть палаточний городок. Перед нами нічого нету. А перед дівчатами стоїть лимон, лук і 5 каких-то блюд. Що ж, екси? Час подбати про житло. Зараз ви станете учасниками спеціального аукціону. Дівчата, ви будете обирати домівки для кемпінгу. Дівчата боротимуться за місце ночівлі для свого партнера. Вони не знають, що автоматично їм перепаде таке ж житло, яке вони здобудуть для свого екса. Отже, серед лотів – комфортабельний намет з набором для екстремального вживання, однемісний намет економ-класу, тент, спальник та каремат. Просто каремат? А от це що за навіс для шашличків? Я в шокі не ішу.
кожен з цих 5 лотів має свою мінімальну вартість. Я розумію, що якщо на нормальних аукціонах розплачуються як би деньгами, то у нас непонятно, що буде і непонятно нічого. Платити за комфорт ви будете не грошима, а поїданням різних смаколиків. А там сырой фарш, куски жира, зоофобусы, червяки, костный мозг и шкура, свиная шкура с волосами. Зачесалось все. Я сомневался насчет того, что Илона для меня будет все это есть. Я так понял, я буду спать на каремате. Лот номер один. VIP-намет. Його мінімальна вартість – пів цибулини, пів лимону, свинячі шкірки, личинки та тваринний жир. Аби підняти ціну та перебити лот, дівчатам необхідно додати до мінімальної вартості ще одну порцію будь-якої страви. Давайте, погнали, я буду. Оно воняет. Я не знаю, кому там что попахивало. Я когда дома делаю котлеты и фарш, я всегда могу попробовать насольно сама, и мне даже вкусненько. Угу. Илона подняла руку. Я хочу сделать для тебя жест. Илона. Мне хочется, чтобы ты понимал, что я, ну, как бы о тебе хочу заботиться. Я хотела, чтобы мы помирились. Это, наверное, мое шестое, второе дыхание, что ли. Мне приятно было, что она хотела это через все пройти, и чтобы я был в тепле, чтобы она за меня была спокойна. Илона, что ты додаешь? Целую луковицу. Вика? Личинки еще добавляю. Яловичина. Жир. Жир. Мясо. Порция личинок. Ну все, я пас. Хотела показать ему, что на меня можно положиться. Ну а как, мы же пара. Отже, Илона, раз. Два. Никто не перебиває. Илона, три. Продано! Продано! Я прошу прощения у тебя, Илона, за то, что я сказал «закрой рот» так грубо. Я действительно в тот момент хотел, чтобы ты прекратила говорить, но мне надо было сказать «да давай поговорим дома». Не стоит бросать слова на ветер, но я не знаю, как над этим работать. Прости, я в следующий раз буду детальнее подбирать слова. Тщательнее подбирать слова. Прости, что я себя не сдержу. Я не должна была тебе говорить. Я надеюсь, у нас в жизни так не будет. То, что я... Это еще не означает, что я плохо отношусь к своим близким. Итак, это адская кухня. Закрывай нос. Илона, все нормально? Лимончик, може? Ні, все нормально. Ти можеш відмовитись. Да здрасте. Личинки. Все. Ти впоралась. Ти молодець. VIP-намет твій. Кися, ну ти взагалі якийсь Робін-Бобін-Барабек.
Ну, было очень как бы гордо, вот так классно, что это моя девушка. Я бы не ел ни хрена. Сейчас я это наемся, и там в палатках, когда у меня будет хорошая палатка, буду бегать и дрестать постоянно. Я даже не увижу палатку, если этого говна наемся. Поэтому нахрен надо. Другий лот – це тент. Його ціна – 2 порції личинок, подвійна порція тваринного жиру та свинячі шкірки. Ну, вроде выглядит как палатка, но не треугольная, а просто ровненько. Надо брать. Ну, давайте. Наташ, он мне вообще не нужен. Ну, а как ты будешь спать? А как я буду там спать? На полу? От солнца прятаться. Мне не надо ничего. Я не тот человек, которому надо теплую нору где-то там под одеяло, чтобы меня сидели и как бы грели. Зачем давать мне то, что мне не надо? Это реально неадекватно. Ну, раз человеку ничего не надо, то давайте будем кушать. Я знаю лучше, что ему нужно. Ты не понимаешь, какие там будут условия. Отже, Наталя, 1, 2, 3, продано. Да что, да что? У меня была тактика, я все заливала лимоном. Я тебя витаю. Точніше, вітаю, Влада. В тебе є тент. Спасибо, Наташ. Потрібен він тобі чи ні, я не знаю. Побачимо згодом. Третій лот – звичайний, класичний намет. Його вартість – одна порція кісного мозку, порція личинок, одна порція яловичого фаршу та пів цибулини. Я хотіла палатку, щоб це було максимально комфортно. Віка, раз. Віка, 2. Віка, 3. Продано. Ну, я в неї вірю. Я знаю Віку. Вона така дівчинка у мене, бронячая. Як вони воняють. Я под впечатлением. Она была как утка. Всем девочкам мерзко было. Ей залетало все как в сухую землю. Костя, хрящик. Ой, самое. Если бы я начала что-то из этого жевать, я бы прям там. Поэтому я как утка все глотала. Кроме личинок. Я тебя боюсь, Виктория. Ей даже лимон не нужен, ты понимаешь? Я в шоке. Ну, мне кажется, она и питается таким постоянно, потому что она даже не моргнула, не скривилась. Все? Вітаю. Намет належить Олексію. Лот номер 4 – спальник. Блин, тебе это нужно, Георг. Я не хочу ничего. Скажи. Куколка, давай каремат. Да, выживу как-нибудь. Таких, как я, не едят. На дереве буду спать. Спальник хочешь? Вика! Вика, ты выбрала палаточку, где спать Леша. Нахрена тебе еще спальный мешок? Просто Леша, он спит ночью под теплым одеялом. Я понимала, что палатка есть, есть как бы какой-либо домичек, но нету на чем спать. Но если ты заберешь спальник, то ты позбавишь кого-то из мужчин вообще возможности ночевать. Ну, я же пришла сюда свои отношения строить. Меня это тронуло, но мне он не надо был, это уже был перебор. Я хочу спальный мешок, поэтому я даже буду за него бороться. Его минимальная вартість – кисный мозг, одна порция. Вика, мне хватит палатки, вот. Я. Что ставишь ты? Жир свиной. Алена, не за спальник. Личинки. Нахрен тебе спальный мешок. Ты уже выбрала палатку своему Лёше. А что выбрать Геворгу? Геворг что, будет на каремате спать? Все, тормози. Еще жир. Ален, не надо мне это, нахрена?
Алена, раз. Алена, два. Я с Аленой вступила в торги только потому, что Геворг сказал на выгоне, когда ему пятый раз спросили: «А ты думал про пару Вики, Леш?» Он сказал, пришел сюда за свою пару переживать. Пам'ятаєш, під вагами опиняться реальні партнери найгіршої пари. Я думав про себе, я ще й егоїст. Думала, окей. Віка. Давайте фарш. Та думаю, ну ти. Ти вбиваєш всіх, Алена, просто, хватит. Алена. Я б так хотів, щоб Альона відказалась, щоб Віка як нажралася, там от этого всякой, которую она на там сидела. Вика, раз. Вика, два. Целый лимон. Алена, зачем мне это надо? Ты повысила уже этот гребаный спальный мешок, да знает чего. А на чем ты будешь спать? Да мне где спать? Посплю на полу, на улице. Ничем хуже это не будет, чем спальный мешок или что-то такое. Вообще не знаю, что за шайтан спальный мешок. Я никогда в них не спал. Я по телевизору только видел такие вещи. Алена, раз. То, что бы я съела, то я и говорила. Когда она стала повышать, я понимала, что столько я не съем. Алена, два. Алена, три. Продано. Продано. Ты что, издеваешься? Ночью холодно, Геворг. Пойми. Жуй, не жуй. Глотай. Не жуй его. Фу, оно еще не глотается. Все оно такое мягкое. Отдает сырым вот этим вот всем. Я вітаю. Геворг, спальник твій. Спасибо, куколка. У меня мысли были выступить с этого коллектива и уйти куда-то. Оно так воняло, оно так мерзко выглядело. И я вот это представляю, что я кладу вот это вот в свой маленький нежный сладкий ротик язычком, вот это зубками. Фу! Нет. Аня, що там з лицем? Ти плачеш? Я не буду їсти ні одного з вот этого, я не буду. Я слишком себе люблю, щоб запихивать вот это вот дерьмо в себя. Я вам клянусь Богом, я лучше посплю на воде, на камні, на дереві. Хоч в жопі у обезьяни поживу, чим оце жрать. Ми не змушуємо нікого нічого їсти, якщо вам не до вподоби або ви не можете. Є безкоштовний також лот сьогодні. Це каремат. Я знаю просто, що для нього це все противно, тому я, ну, а як, я не буду заставляти її. Ну, ради мене не треба. Я вижу, що Августу дуже неприємно, він розчарований. Що-то б вона могла з'їсти, там, лимон, там, лучок. Там. Я би хотіла, щоб постарались для мене. Все молодцы, а Аня нет. У меня есть история, когда моя любимая бабушка приготовила манты и при готовке потеряла зуб. И я съела этот мант с этим зубом. После этого я супер брезгливая. Я не могу это есть. Она даже не боролась, даже не попыталась. Що ж, екси, речі зібрано, спальники, каремати роздали. Ми поїли. Спасибо. Пригоди чекають на вас. Отже, дівчата вже на березі річки. Бонжур. Здрасте. Вітаю вас в екстремальних умовах. Подобається? Нет. Больше всего не нравится то, что очень сильно жарко. Вот жара для меня, ну, я не вывожу жару. Це не ваш берег, це берег чоловіків. Весь тиждень ви проведете на тому березі ріки. Как бы там-то лес. Вот, было чуть-чуть цикотно. Але ви, дівчата, тут для того,
щоб попіклуватись про їжу для себе та екса. Нормально? А що ми немного робимо на цій неділі? Я відведу вас до галявини, де спеціальними прапорцями позначена різноманітна їжа. Їжа там буде прихована. Ваше завдання протягом 3 хвилин уважно роздивитися, що де знаходиться, запам'ятати. Після цього ви будете малювати мапу, за якою екс знайде харчі для себе і для вас. Я в шокі була, чесно. Во-первых, з пам'яті у мене все очень-не очень. Во-вторых, у мене не особо хороше зріння, і я, що там було вдалеке, я навіть не бачила. У меня топографический кретинизм. Я вообще очень плохо ориентируюсь, поэтому у меня терзали смутные сомнения. Це випробування має на меті перевірити, як екси можуть розуміти одне одного на відстані. В руках екса буде можливість розділити знайдену їжу. Щось лишити собі, а щось віддати вам. Або все залишити собі, якщо він голодний, а ви виживете, так? Вам все зрозуміло? Да. Тоді мерщій. На скаутинг їжі у дівчат є все необхідне. Вказівні знаки, компас та 3 хвилини. С – це север, не? А Н – це на мене, на Наташу. Компас, да? Компас для слабаков. Це у мене для стиля буде. У мене тактика. Значить, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тактика шагов. Я не хотела писать все. Я напишу продуктов 7 где-то, и все. Я буду, наверное, подсказывать, что возле каждого куста... А нет, не возле каждого куста. Это нереально. Тут много таких кустиков похожих. Я даже не вижу ни одного такого запоминающего места, чтобы нарисовать Геворгу и сказать, вот тут иди, и там найдешь. О, кастрюля очень важна. Нужно запомнить, где она находится. Ромашки здесь, ромашки, вот. Кастрюля с гречкой возле ромашек. А, здесь везде ромашки. Тупо прямо в дерево пошла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот тут, в этом задании, была максимальная конкуренция, потому что еды мало, на всех ее не хватит. 15, 16, 17. Так, 17, 17 лет. Шо в 17 лет? Машину купила, по-моему, в 17 лет. Буде чай. От куста 14 прямо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мне ваша алия, макароны. Вот тут бы мне этот компас, если бы я в нем разбиралась. Я, походу, его еще и потеряла. Компас был утерян мной, поэтому ничего нового. И я шагами все шла так, 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 измеряла. Я уже представляла зрительно, как я буду рисовать карту. И как он будет идти. Як він буде йти далі? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А, окей, як це все запам'ятати? Я запуталась. 43, 44, 45, 46, 47. 47. Як запам'ятати цифру 47? 47 сигарети коли-то стоїли 47 гривень. Ну так буде. Кастрюлька з гречкою. Що там ще є? Чуть-чуть стремноватое дерево, и за ним 3 деревца. Тройничок из деревьев, а напротив дерево со свининой. Макароны находятся в капусте. Мы идем. Перпендикуля, это же перпендикулярно, че не? Короче, вот так. Идешь за макаронами. Так, погнали. Мне надо Лешу откармливать. Там, тут, там, тут, там, туда. Огурцы 14. Сюда, левее, 8. Это будет колбаса. От колбасы правее 7. Это будут яйца. От яиц мы смотрим в белое. Бежим, значит, в белое. И гречка. Вуаля. Я справилась. И компас. Собственно, так бы мы и померли. Все будет хорошо.
Что ж там еще было? Час вычерпано. Там такая карта, что я б ничего не поняла. Я поняла, что мы останемся без еды. В речку прыгать, рыбу уловить, это максимум. Причем голыми руками, потому что у нас же ничего нету. Девчата, я сподіваюсь, це хлопцям допоможе. Я рукувалася тим, що я геніальний художник. Тому я думала, що карту мені вийде добре нарисувати. Дівчата вирушають на протилежний берег. А на цьому Олександр Педан зустрічає хлопців. Чи зможуть вони розшифрувати сакральні послання своїх дівчат? Ну що, привіт, хлопці. Здрасте. Здрастуйте. Вітаю вас на вашому березі річки. Рибкою пахне. Воняє, по-моєму. Дівчата вже тут побували і навіть потурбувалися про вас. Ого. Позаду мене галявина. На цій галявині приховані продукти. Ха-ха. Називайте їх скарби. Кожна дівчина пройшлася цією галявиною, запам'ятала, де розташовані які продукти, і відтворила це на мапі. Я вам видам мапи, і у вас буде 10 хвилин на те, щоб знайти ці продукти. Ілона взагалі не знає, де право, де ліво. Інтересно, як вона карту рисувала. Переживаю, що це буде не карта, а х**й знає що. Ну, прям бредня какая-то. Вона відкриває карту Google, вона не може дійти до определеної місцесті. І тут вона рисує карту, це ж, ну, це п***. Голодні ігри на ексах 3. Видаю мапи. Это что? Я в шоке, я таких карт не видел никогда. Там были нарисованы деревья и сердечки. Я представлял себе карты другими образами. Геворг, закляк трохи. Ну, чуть-чуть, если честно, с этого. Чуть-чуть. Я открываю карту, написано 61 шаг влево, 28 вправо. Аня и карта нет. Будет мне очень сложно. Готовы? Да. На старт! Увага! Руш! Компас мне не нужен, да? Давай. А что вы делаете? Одинаковое количество. Сюда идем. Кофе нашел. Пошел. Все, включил ориентацию и попер. Просто побежал, одно нашел. Опередил некоторых ребят. И мне сразу стало тяжело. Мне кажется, что я что-то не так понимаю. Бегу, считаю эти шажочки. И не знаю, ну, какими она большими, маленькими шагами считала. Опа, овощи нашел. Опередил. Я пробегаю все, ну, целый круг, как она мне нарисовала. Овощи нахожу. Вот, смотрю, они лежат, и передо мной проносится Влад вот так вот быстро и подбирает их. Потом второй раз только подбегаю. Опять Влад передо мной проносится, опять забрал. Я такой, Аня написала четко под большое дерево, и она там написала «алкоголь здесь там». Я сразу бегу туда за той алкашкой где-то искать ее. Бегу и по дороге смотрю под другие кусты. Вижу, гречка там стоит. Я ее цепляю, казанок еще. А, нашел гречку, да? Есть. Взял, побежал. Ну, такой адреналин был. Очень жестко. Опачки! Есть! Фух, ты что? Да, алкашка, есть. Царапины везде. Все печет. Кусты выше, чем я. Я вообще не понимаю, как вы туда это положили. И не доходит же до тугодума, что туда, значит, ни хрена не ложили. Ну нет туда дорожек. Знаешь, вообще ни одной. Да, что такое?
Тушенку кто-то нашел? Я нашел банку какую-то, да. Влад бегает, как Мухтар. Вот уже смотрю, у него там целый магазин в руках. Тут написано, что здесь должен быть вкус, но тут его нету. Ну я не вижу. Голова начинала уже кипеть. Смотря на карту, ты видишь, что... Час вийшов! Повертайтеся, хлопці! Всі вижили під час спортивного орієнтування? Да. Поки що. Ти що знайшли? Котелок відправляємо одразу один. Вот, я даю чай, гречневую кашу, тушенку. І вот это сейчас розкрою і поділю. Леша, я бачу, що там небагато всього. Це там тільки одна тушенка. Георг, все знайшов? Ні, на самом деле я знайшов тільки яйця, і мені дуже стидно. Тому що карту я відкрив вот так вот. Очень дурак, что не посмотрел, что написано «Горб, туда не иди». И я тусовался там за горбом, изранил ноги. И очень расстроен, что Алена старалась, умничка такая. Алена не то, что молодец, она прям супер молодец. Она должна быть картописцем. Что из знахидок голодные эксы передадуть своим девчатам. А тем часом на протилежному березі. Девчата уже отримали їжу від хлопців. Та втамувати голод їм доведеться пізніше. Может, тут кого-то найти надо? Ключик. Ну вот, ну не драться. Ну дай бог. Ну куда мне драться с вами, вы серьезно? Я вижу ринг и понимаю, что мы будем драться. За что драться, непонятно. Вітаю вас на нашем березі. Спасибо. Спасибо. Еще у вас у пакетах? Еда, добыча да, наших да, мужчин по нашим картам. Мы очень ждали еду. Все були голодні. А коли ми голодні, то ми дуже злі. В кого зовні найменший та найлегший пакет? У мене, мабуть. Свініна. Хто наступний? Георг, видимо, дуже розстроївся, написав «Альона, прости». Грустний смайлик і «люблю». Мабуть, тому що змог знайти мені тільки яйця. Колбаса, хлеб и чашки. Меня порадовало, что там была колбаса. Я это дело люблю. По моей ряхе, по-моему, это заметно. Да чтобы крепко спалось и не мерзла я ночью на моем каремате. Бутылочка ромчика, сгущеночка и гречечка. Супер классная добыча от Августа. Боже, как же интересно. Наталья, ты у нас королева ежи. У меня самый большой был пакет. Настолько благодарна Владу, потому что он прям умничка. Хлопцы майже все передали вам, девчата. Але вы можете попеклуватись про них інакше. Как? Что еще потрібно для життя? Їжа та? Вода. Так, ви попеклуєтесь про воду. Справа в тому, що питної води на нашому березі мало. Дві діжки чистої питної води. Все, что мы наберем, это и вся вода, которая у нас будет. То есть водички больше не будет. Вот. И за инструмент, який вы будете носить воду, треба поборотись. Ось це ваш ринг. Ну, здрасте. Тем более, посмотрите на Вику. Они меня затопчат там все. Понятное дело, что они боятся, что я им могу сделать больно. У Наталі більше всього їжі. Тому Наталя сьогодні буде вирішувати, яка перша двійка суперниць зайде до рингу. Приколдес. Супер. За правилами в кожному двобої дівчина-переможець обирає собі наступну суперницю, доки не дійдемо до першого місця. А та дівчина, яка займе перше місце, першою обере ємність, якою вона носитиме воду собі та своєму ексу. А буде феєрія, буде якась борьба. Наталка, обирай, хто буде перший на цьому рингу. Была бы я на Наташе на месте, я бы сразу ставила самых сильных – Илонку и Вику.
Алена, Аня. И эта умная, великолепная женщина выбирает меня и пирожочка. Спасибо большое, что она представила меня и Алену. Потому что меня и Вику я бы не хотела. Я еще хочу пожить чуть-чуть. Я становлюсь с Аней, окей. Мы по комплекции, в принципе, одинаковы. Переможницею вважається дівчина, яка доторкне іншу до бортів рингу. Бій триватиме до двох перемог. Я запрошую вас на ринг. Виходять на ринг Анна Павловна і Пирожочек Георгівна. Я не думаю, що я буду всіх там валити. Я не сильна. Три, два, один, почали! Ты наступаешь, водоросля у тебя в пальце, ты такой, боже, что это такое? И в этот момент пирожочек летит с вот такими руками. О! Аня, один! Я выработала стратегию. Я буду брать за руки, за голову, за ноги и тащить просто к рингу, чтобы дотронулась. Один, два, три, почали! По-моему, я выбрала идеальную пару. И она берет и с руками меня в шею. Анна Павловна в шокинейшене, потому что реально, ну, она прям именно сдавила. Я, наверное, не соображаю, подножку там делаю, туда кидаю, потом все равно руки скользят на шею, как будто я хочу ее удушить. Ну, она так взяла, она надавила, получается, ниже кадыка, и пережме, и все. И не масули мы. И вот тогда я прямо обесралась. И я как головой, спиной. Боже, воно було так больно, ребята. Нормально? Богиня. Аню, як ти? Знаєте, глядя на следующих борцов, я даже рада. Серйозно. Перемогла Альона. Ну, прикольно, мне понравилось. Я все-таки сильная, это же круто. Аня першою вибуває з боротьби, а отже останньою обиратиме ємність для води. Конечно, розстроїлась, що п'яте місце, но обрадовалась, що не буду стати цілуною Вікою, чесно. Альона, ти обираєш собі наступну суперницю. Хто це? Цель моя была набить. Пирожочек вошла очень в кураж, говорит сразу: Илона, ко мне, давай на бой. Илона та Алена, почали. Как красиво с тобой надо делать. Успокойся. Она сильнее меня. У нее плечи такие накачанные, руки такие большие. Что-то в голове происходит, у меня появляется сила из ниоткуда. И все, я начинаю ее хватать, начинаю к этому рингу. Не сдаете по останнему, не... Я была очень сильно не рада. Це справді напружена боротьба двох дівчат. Oh.
2-0. Алена выиграла. Алена умеет удивлять. Она молодец. Що ж, поки що ніхто не зміг виграти у Альони жодного раунду. Так я не проіграла. Воду я наберу і так. Це довольно. Альона, кого ти обираєш наступною? Ну, я розуміла, що далі чекає мене. Я вибираю Наташу. Ти слишком красива стоїш. Альона вже уверенно стояла в цій грязі. Понеслось. Начали. У меня стратегия, что сейчас подамся Наташе, чтобы только чтобы не становиться с Викой. Я маленькая, видишь? Я люблю обниматься, я тебе говорю. Углу тащить надо. Все-таки. А он мне держал за шею. Отпусти. У Наташки не было шансов против пирожочка. Что там Наташка? И пирожочек. Душущая наша женщина. Опа! 1-0. Это первый раунд, который програла Алена. Мне, конечно, очень дало помощь то, что девочки ее, там Аня и Илона, очень загоняли. Почали. Блин, на руках ты сильно. Є! Наталка перехитрила Альону. Перемога Наталки. Молодец! Ой, победитель Наташа! Я проиграла, потому что мне неприятно Вика, потому что я не хотела с ней вставать в ринг. Ну а так бы я по-любому бы победила. Отже, Альона будет выбирать себе емкость для воды третью из конца. Лишились две последние участницы. Тут бой. Наталі і Вікторія. Віка вже вийшла як борець. Було сикотно. Фізично це, понятне діло, що я сильніше Наташ. Давай я просто лягу, а ти робиш, що хочеш. Ну неси ее к рингу, Вик, что это? Не, боритесь, давайте, девчонки. Наташа! 1-0. Я понимала, что я побежу. Давай, не, Наташ, борись, подножку, давай. Подножку, делай подножку. Делайте шоу, да. Лупаш ее. Я в такой азарт вошла, в кураж вошла. Ну давай, головой ее, головой! Конечно, это не очень приятно. Я ко всем отношусь очень хорошо. Ну, типа, никогда никакой агрессии не проявляла. Наташа, не сдавайся! Молодец! Цей раунд за Наталкою. Почали! Fight. Давай, мочи! Тащи ее, тащи к рингу! Нет, Наташа, уходи! Наташа, беги! Не, ну как-то что ты там, Наташа маленькая, через ту Вику, тык-тык-тык-тык-тык, да Вика и хватай, Наташа, ага, не словила. Наташа, спасайся! Толкай ее туда! Куда, Алена, толкай? Лодка и пароход! Ну тут как мячи. Так, все, є. И тем не менее, победила у нас Виктория.
Я могла изначально взять ее на руки и три раза положить на эту штуку. Ну, типа, ну, начали все кричать, давайте, давайте, мы ж, типа, это, ну, я хожу, вы хорошо, давайте поваляемся, окей, типа. Второе место тоже хорошо. Брудна частина випробування позаду. Лишилось запастись питною водою для себе та свого екса. Перед вами, ви бачите, по дві діжки. Одна діжка для вас, інша для екса. Протягом 10 хвилин ви будете набирати воду з оцих великих двох діжок і переносити до маленьких своїх діжок. А от чим саме переносити, першою обирає переможниця рингу. Вікторія, обирай. Стоїть місочка красна, як в мене вдома. Красива, хороша міска, кстати. Один ковшик, чашечка, ковшик з дирочкою. Рюмка. Зелёный этот ковшик. Друге місце у Наталі. Наталя, обирай. Місочка. Забирай її. Третє місце у Альони. Вот эту вот чашку. Бери. И очень хорошо, что у меня была кружка. Я бы не хотела себе рюмочка с рюмочкой бегать то сюда. Ілона, що ти обереш? Либо рюмка, а так як з рюмками я знакома давно, не завжди вони несуть положительний ефект. Либо ковшик з 8 дырочками. Аж вильється. Будеш руками так держати. Будемо з друшлаком носитися. У Ані вибору не лишається, але лишається рюмочка. Ан повна бігає з рюмкою. Це навіть рюмкою стидно назвати, тому що, мені кажеться, там навіть 50 грам не налить. Дівчата, готові? Да. Да. 3, 2, 1, почали. Я п'ю много води, я можу не їсти, але мені головне піти. Так, 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 Ілона, нет. Цель моя була набрати Ігору більше всього води, собі то я переживу. Дайте хоч чоловіку, щоб зуби почистити. Скільки ще там мені, треба бігати туди-обратно, щоб набрати хоча б 0,5 води. А він в день випиває 3 літри води мінімум. А можна себе вижати потім туди йому? Ой, моїм кросовкам жопа. Шорти були мокрі, а з одежди у мене залишилось нічого. Ну, це я вспомнила тільки тоді, коли несла 80-й раз по кругу этот ковш. А води стає все менше та менше. Пішла остання хвилина. П'ять, чотири, три, два, один, все, стоп. Я заглядую в свою каністрочку, а у мене там води дофіга. Думаю, не поняла. Ви впорались дуже непогано. А ти допомагала комусь, Вікторія? Да, я допомагала Ані. Аня налила, я Августу налила. Так приятно стало. Реально. Вот прям по-человечески очень. Спасибо. Потому что у Ани рюмочка, нам неделю жить. Ну, видимо, я не эгоист. Викин поступок, когда она начала свое не заполнила, а начала наливать Ане. Это показалось так, ну, тупо, так неискренне. Я лучше себе налью воду, чем кому-то. Правильно же? На сегодня для вас випробування завершено. Аллилуйя. Ваші хлопці, напевно, дуже хочуть води. Це двіті, пацани. Спасибо! Тепер моя їда – вода. Опа! Ох, слава Богу! Так, тут води. Очень много воды, Алён! А
Спасибо! Спасибо! Медя здоровья! Настав час облаштовувати житло в диких умовах. А є ще камінь? Да, конечно, вот. Еще принесите камень. Слышал? Я надеюсь, там девочкам кто-то помогает палатку замутить. Да давайте ее сдвинем чуть-чуть, чтобы вот эта посредине была. Пустили тяни. Подожди, я подожди, чуть что, попусти его. Пойду положу свое спальное место. Карематик. Опа. Прекрасно. Четенько. Егор, куда ложимся головой? Куда ногами? На сизер. На сизер. А компас там на столе лежит. А, точно, сейчас завалим. Сейчас схожу за компас. Эксы. Я пой свою песню. Сюда смотри, здесь змеи, три. Ладно, ложись, Егор, свой VIP-лакшери номер. А ты чем будешь укрываться, Влад? Я ничем. В таких умовах Ексы прожили лишек тижня. Утро доброе. А что еще все спят? Сейчас мы всех разбудим. И девочек разбудим. Здорово. Доброе утро. Я надеюсь, что они меня слышат. Не, мне понравилось, я бы хотел больше. Мне тоже очень понравилось. Еще бы три ночи таких. Ну, в принципе, это, я считаю, полезная практика такая для того, чтобы вообще понимать, как тяжело жить в диких условиях. А так. Настав час фінального випробування тижня. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго утра! Чоловіки! Засумували за дівчатами? Да. Ми дуже скучали за ними. Але вони на тому березі. По воді вони ходити не вміють. Тому все в ваших, я сподіваюся, золотих руках. Ваше завдання за одну годину – змайструвати плоти з ось цього приладдя. І зрештою дотягнути вашу кохану до себе на бережок. Це випробування покаже, наскільки хлопці у екстремальних умовах зможуть сконцентруватись та попіклуватися про безпеку своїх дівчат. Та чи зможуть дівчата довіритись своїм партнерам? Для мене щось мастерити – це жорстко. Конструктор я нормально не можу сложити, а це… Помнится, я собирав машину. 5 лет назад. Поэтому я очень надеюсь, что я справлюсь лучше всех. Можно вопрос? Так. А с Илоной все в порядке? У меня был жар, мне было очень плохо, у меня ломало все тело, меня тошнило, я не понимала вообще, что происходит. И в конце концов попросила о помощи. Померили температуру, было 37,8. Хащи – это не мое. З Ілоною все гаразд, ми її відвезли в лікарню, в неї ГРВІ. Лікарі не радять їй зараз таких активностей перебувати на спеці. Я був рад, що її везуть в лікарню, що зараз буде доктор, їй допоможуть. Але я хотів би все одно спробувати построїти для неї плод. Я пам'ятаю, як вона обо мені заботилася, щоб я жив в палатці, щоб я мився водою. І я хотів би зробити відповідний шаг теж. Я тобі це дозволяю, я думаю, що дійсно їй буде приємно. Але ми були б не екси, якби не ускладнили завдання. Ну, звісно. Аби розібрати всі матеріали, які ви будете використовувати, я вам дам 30 секунд. Смисно. Тобто ви зараз швиденько подивитесь і за 30 секунд маєте вибрати все, що вам стане в нагоді. Увага, руш!
Я не понимаю, что брать, какие доски брать. Или брать поддон. Я не знаю, с чего лучше строить плот. На одну баклажку, Август. Спасибо. Молоток кому нужен? Ай, гвозди, пацаны, кому надо? Давай. Дайте. Я сразу взял на всех все, что смог. Не только себе, а и другим ребятам. Стоп! Майструємо кожен для своєї дівчини пліт. У вас година, час пішов. Пацани, так як кілони нету, я положу на плот свій музикальний інструмент. Це хоч як-то компенсує те, що я буду дуже серйозно відноситися до цього плоту. Красавчик, хороша ідея. Головне, щоб ти не переживав за нього більше, ніж за Ілону. Тромбон і Єгор – це ж не від'ємлема частина. Самое дорогое, что у меня есть в данный момент, моя музыка. Переживать за него буду тоже очень сильно, потерять его, или если он утонет. Это дорогая для меня вещь. А как ты делал дно? Ты просто засунул и вот так вот прибил, чтобы они не выпадали? Не, я их порезал и замотал тейпом. Тут пенопласту. Я засунул туда максимально пенопласта, сколько мог, потому что по-другому смастерить я не мог ничего. Я надеюсь, что она меня простит, но плот может перевернуться. Я построил артефакт без единого гвоздя. Я, если честно, настроен очень хорошо. Она должна быть довольна, ничего себе. Там прям Феррари среди плотов. Дівчата вже готові до зустрічі зі своїми ексами. Але чи всі інженерні винаходи хлопців виявляться придатними до пересування на воді? Що ж, дівчата, як ви думаєте, де чий плід? Це, зрозуміло, Єгора. Тут нічого не написано. Все, я не знаю. Я нашла! Здесь заклеено, и открываю, а тут пирожочку Алене. Это мне. У меня такая радость. Георг мне что-то там написал, это его. Я такая смотрю на тот берег, думаю, блин, быстрее бы к нему добраться. У тебя тоже заклеено что-то. Ты думаешь, там что-то написано? Да. Спасибо. Няв-няв, боже мой. А что это означает? Ну это же наше мяуканье. Вот это у вас игры. И я становлюсь к плотику первым попавшемуся. А он такой маленький, сюпленький. Думаю, вот это кому-то не повезло. И читаю. Это мой, я уже поняла. А чему ты так вырешила? А мышиный шезлонг написано. Он меня мышкой называет. А что такое мышиный шезлонг, я не знаю. Боже, хоть бы он поплыл. Хоть бы он поплыл. Как я на нем, поплыву? Я ж полупопия свое сюда даже не посажу, а у меня сумка. Визуально он доверия не вызывал никакого. Наталю, чему ты стала самым белым этого плота? Это сделал Влад. А на что тебе схож этот плит? На маленький гробик. Там было 4 как бы бортика по бокам. Крышечки только сверху не хватало. Мне стало сыкотно, а вообще поплывет ли этот плот. Аби транспортування було безпечним для життя, дівчат перетягуватимуть подвоє. Отже, хлопці, я зафіксую час кожного з вас. І наприкінці видам вам результат. Тільки не сильно різко, щоб я не гепнулась. Хорошо, можеш навіть прилечь. Не швидко, пожалуйста. Погнали! Леша! Ау! Тяни! Боже, как страшно! Я знаю точно, что на моем плоту можно было бы переместить 3 девочек. Он был лучше остальных. Золотые руки, собственно. 3, 2, 1, почали! Вдалої вам переправи, дівчата. Влад, акуратненько. О, боже мой, як страшно. Куколка, держись, нічого не делай. Як же страшно.
А там глубина 30 метров. Боялась как-то захлебнуться водой. Для меня глубина – это страх. Мне нужно обязательно, чтобы я чувствовала ногами дно. Я один раз в детстве чуть не утонула. Поїхав тромбон. Хай щастить. Давай, давай, давай. Не бойся, дудочка моя. Очень сильно очковал, серьезно. Сейчас будет авария. Тільки я щось шатаюся. Аня! Я боюсь, чтобы она не перевернулась. Да волнуюсь, не хочу, чтобы она намочилась. Короче, я не знаю, ли мой плод сработает, но это Давай, давай, любовь, я иду к тебе! Мась, плод офигенный! Август сделал мне ручки сильные, плотные. Их вырвать невозможно. Плод реально идеальный. Уже вода здесь. Он сейчас утонет, этот плод, вместе со мной пойдет ко дну. Я испугалась. Поспеши! В смысле поспеши? Это мне очень сильно мешает. Я занимаюсь своим делом, спокойно концентрируюсь на этом. Не отвлекай меня. Мой родной, как я скучаю. Сейчас обниму, моя радость, сейчас обниму. Очень соскучился за Аленой на самом деле. Вроде бы как ее видно, но я нервничаю прям все время. Я бачу, що просто конструкція Геворга прям дійсно розсікає воду. Август, давай, останні кроки. Я зупиню час під час обіймів. Тяни быстрее, быстрее, быстрее. Все нормально, супер, бомба. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Иди ко мне. Быстрее бы к Геворгу добраться. Все ближе и ближе к Геворгу. Бегом! Ой, ты такой молодец! Когда я его обняла, я не чувствовала давно такого. Такое родное, такое теплое. Как... Я так скучала по нем. Это вообще. Твоя, твоя, твоя ручка! А, вырезалась! Мася, не встану! Давай, давай, давай! Стой, стой, стой! Yes. Перший час пішов! Привет! Рыбка! Боже, я так переживал, что он. Очень, прям очень-очень соскучилась. И на душе как-то так спокойно стало, прям какая-то такая... Фух, все, все хорошо. Стоп! Не! Соскучился? Аж кинувся в воду. Так. Я зупинив час. Я представляв, що це от вона там. От якби я для неї старався. Ого, так далеко Віка. Вона где-то дуже далеко. Котичек, давай чуть быстрее, а то мені як-то стрьомненько тут. Скользят руки. Бля, Віка допомагає. Віка гребет. Ну, блин, девочки, мальчики, мы же взрослые люди. Леша маленький, худенький мальчик, а я далеко не модель. Ой, давай, 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 давай. Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Оба. Ой, котик. Ну, я люблю тебя. Мне было приятно ее увидеть. Без нее серьезно тяжело. Я заболела, она меня лечит. Она мне по утрам чай, ну, кофе делает постоянно. Иди сюда, я еще сюрприз тебе приготовил. Я знаю, что ты за мной скучал. Очень. Я почти как тамагочек. Почти засрался, как ты и говорила. Ну что, цікаво, кто из чоловіків хотів найшвидше зустріти свою половинку. Перше місце – Гевор та Альон. Дві хвилини, 19 секунд. Перше місце на останньому, по-чесному, п'ятому місці – Олексій. І з результатом 2 хвилини 56 секунд.
Ну и хрен с тем платом. Он же не полчаса меня тянул. Я не упала, не утонула, не намочилась. И, ну, я ж на том берегу. Ну что, додому? Да. Точно? Да. Чи да. На тиждень ще тут? Не-не-не-не-не-не. Одного тижня хватит. Спасибо. Побачимося на вечірній церемонії. До зустрічі. До зустрічі. У нас не поставят номинацию. Я старалась очень сильно. Я о Георге заботилась. Георг старался очень справедливо поставить номинацию. Аня с Августом, потому что Аня не старалась, вообще не старалась. Не было рвения какого-то. А Вика с Лешей, потому что, блин, ну им пора домой, у них ребенок. Они все должны уйти. Все, каждый здесь человек. Фух, ну неделя была тяжелая, очень тяжелая. На весы на этой неделе могут встать Илона и Егор. Мы пытаемся здесь исправить поведение Илоны. Мы же здесь не лечим личности, правильно? Ну, справедливо была Аня с Августом, потому что Аня постоянно саботирует испытания. Мне кажется, им на проект. Всем привет! Здравствуйте! Мы рады вас видеть. Засмаглими, красивыми, чистыми. Илона, как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя на самом деле намного лучше. Тиждень розлуки добігає до кінця. Нам цього тижня дуже важко приймати рішення. Наближається фінал, і вас ставатиме все менше і менше. Моє серце щось не на місці. Аню, Августе, ви недостатньо піклувались одне про одного цього тижня. Я запрошую вас під ці ваги. Я была не согласна. То есть я не заботилась о своем мужчине только из-за того, что я не могу в свой рот положить какой-то жир, червей, мозги. Ну все, короче. Поедем домой. Еще одна пара – это Алексей и Вика. Нещодавно вы сварились, а зараз такие мили. Я вчера просто подошел, спросил, как Илона. Ты что здесь устроила? Что я сказала? Ты меня психанула. Как ты психанула? Чтоб ты за меня так переживал. А, я ни разу за тебя не переживал. Я не уделил тебе достаточно времени. Иди ты собачьим, я еду домой. Что бы я ни говорил, меня шлют. Не воспринимали вообще. Я иду к человеку навстречу, ко мне никто не идет. Ну, мне неприятно такое. Может, я действительно что-то не так делаю? Я откроюсь для него по-другому. Какой бы он ни был, я люблю его. Я в очередной раз поняла, что я притащила его сюда с учетом того, что он хамит мне и не работает. А я такая вся классная. Ни хрена я не классная. У меня тоже есть над чем работать, и это очень, очень большая проблема внутри меня, которую нужно выкопать. Леша и Вики не проект нужен. Им нужны психологи хорошие. Потому что там что одного с детства идет, что у другого с детства. И они нашли труп в друге отдушенную, но начинают друг друга душить. Тиждень був непоганим, однак ваша сварка просто нівелює все те, що ви напрацювали за весь тиждень. Тому ось така маленька дрібничка сьогодні призводить вас до номінації. Будь ласка. А теперь давайте дізнаємося думку інших учасників. 60 на 40, 60, чтобы мы уйдем домой. Все пары понимают, что мы достаточно сильные конкуренты. Алена, Георг. Леша и Вика должны покинуть проект. Я вижу, как Леша скучает за ребенком. В кармане носишь время носочки. Покажи. Ребенка. Всегда как талисман носит. Она у меня замечательная. Она меня так четко, ну так классно берет, так нежно за щетину гладит. Мне не хватает.
Это настолько трогает вот там внутри. И, конечно, иди, пожалуйста, отпустите их домой, пожалуйста, к ребеночку. Им срочно нужно домой, к детям. Ілона, Єгор, проти кого ви голосуєте? Віка з Льошею, ну там странна, але іскрення любов. А ребятам треба ще працювати. Подождіть, ребят, пожалуйста. Да, не за що, ти чого. Наталю, Влади. Ми голосуємо проти Віки і Льоші. Дійсно хочеться відпустити ребят к ребенку. Ваш голос? Нам пора домой за ребенка, я с этим не согласна, потому что я хочу, чтобы у детей была полноценная семья, в которой родители будут показывать достойный пример. Да, я соскучился за дочкой, я очень сильно скучаю за ней. Но у нас есть большие проблемы в этом плане. Из-за вот того, что у нас есть проблемы, как бы я ни хотел, это будет неполноценная семья. Нам есть над чем работать. Моє рішення таке. Олексій, Вікторія, я сьогодні голосую проти вас. Але це для того, щоб ви могли зміцнити свою сім'ю там, поза межами проєкту. Проєкт вам дав все, що зараз міг. І зараз ваша черга це реалізувати у вашому житті. Аня, август. Я сподіваюся, що не тільки розлука може йти вам на користь. Я сподіваюся, що це відкрило вам очі на нові речі, на нових себе, Аню. Та й август теж. Льоша, вибачте. Я была в шоке, именно в приятном шоке. И я выдохнул, все хорошо. Я не считаю, что это против, я считаю, что это за наше будущее. Спасибо всем ребятам. Вам спасибо, вы крутые. Я сиганула с моста, я переплыла Десну, наелась червяков. По-моему, нормальный опыт за 3 недели. Все, я могу ее облизать. Мы пошли. У наступной программе. Тебе жопа! Я тебе это обещаю!